Представляем вам номинацию «Лучший специалист по мнению пациентов». И встречаем Вячеслав Валерьевич Куликов, главный врач в клинике «Сити Смайл», врач-стоматолог. Он провел более 2000 операций в области имплантации. Вам слово. В первую очередь спасибо, конечно, большое организаторам этой номинации. Огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживал. Ну и самая главная благодарность – это всем, кто доверил и доверяет свое здоровье мне. Берегите себя и с наступающим праздником. Спасибо. Спасибо вам.